21 ноября Чебоксарский детский дом проводит День открытых дверей, День аиста. В программе запланированы встречи с детьми, творческие мастер-классы, общение со специалистами. К участию приглашаются кандидаты в опекуны, попечители, усыновители и члены замещающих семей. Начало в 13:30. Чебоксарский детский дом находится по адресу город Чебоксары, улица Магнитского, 24. Телефон 52 72 39 52 78 08.